Здравствуйте. Сегодня пятница, 22 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям: в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Россия нанесла самый массированный за время полномасштабной агрессии против Украины ракетный удар по украинской энергосистеме. Как в Белгородской области воспринимаются действия федеральных российских властей по защите региона от обстрелов? Конфликт на Ближнем Востоке как элемент президентской предвыборной кампании в США. Также сегодня. Дмитрий Сергеевич, но при этом многие люди в России осуждены за публикацию пацифистских лозунгов, именно словосочетание. Это совершенно неуместное сравнение, потому что там иной контекст. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что законность и незаконность употребления слова «война» в России сейчас зависит от контекста. Днепропетровская гидроэлектростанция, крупнейшая ГЭС Украины, расположенная в Запорожье, серьезно пострадала в результате российских ударов в ночь на 22 марта. Днепрогэс была сооружена в 30-е годы 20 века. Станция была одной из известных строек времен индустриализации в СССР. Плотина станции была разрушена советскими войсками при отступлении в 1941 году. После войны она была восстановлена. Впоследствии была сооружена и ГЭС-2. На станции после ракетных ударов начался пожар. Загорелся троллейбус, перевозивший по дамбе сотрудников. По предварительным данным, один человек погиб, несколько ранены, двое пропали без вести. На месте работают спасатели и энергетики. Ранее в Укргидроэнерго заявляли, что угрозы прорыва плотины нет. Тем не менее, работу Днепрогэс пришлось остановить из-за двух прямых попаданий, сообщил в эфире украинской службы радио «Свобода» директор Укрэнерго Игорь Сирота. Запорожская станция состоит из двух станций ГЭС-2 и ГЭС-1. В каком объеме и с какой мощностью будет работать станция, сказать трудно. Две ракеты прямым попаданием ударили по ГЭС-2, одна ракета ударила по подкрановым балкам и попала в опору. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 сейчас не работает. Приходится поднимать затворы и сбрасывать воду, поскольку, к сожалению, мы не можем сейчас ее использовать. Это был директор Укрэнерго Игорь Сирота, фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал ракетный удар по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта самым мощным за время полномасштабной российской агрессии. Во многих населенных пунктах прервано электроснабжение, в частности, без света сегодня остался весь Харьков. Тем не менее, заявляет Кудрицкий, несмотря на вводимые ограничения в подаче электроэнергии, в целом энергетическая система Украины работает, а восстановительные работы уже ведутся. Прежде всего, нужно сказать, что энергосистема Украины не утратила своей целостности, система работает, наш диспетчерский центр полностью контролирует ситуацию. Мы также получаем энергию из Европы, поскольку наша энергосистема действует во взаимодействии с европейской. Такова картина в целом. В то же время во многих регионах есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб связан с масштабом самой атаки. По энергосистеме было выпущено беспрецедентное количество ракет и дронов. Удары по нашей энергосистеме прошлой зимой никогда не были такими мощными, как минувшей ночью. Поэтому во многих регионах есть ограничения в поставках электроэнергии. Это контролируемые ограничения. Они нужны, чтобы не перегружать те элементы, которые продолжают работать. Для того, чтобы отремонтировать поврежденные подстанции и электростанции, нам необходимо снизить потребление энергии. Так что ограничение поставок электроэнергии необходимо, чтобы восстановить всю систему. Это был глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко считает сегодняшний удар комплексной атакой, которую сопровождало и активное освещение в провластных российских средствах массовой информации. Андрющенко отмечает, что этот удар, по его мнению, является местью за обстрелы Белгородской и Курской областей России в последние дни. При этом, обстреливая плотину Днепрогэс, Россия ставит под угрозу жизни жителей оккупированных территорий Запорожья. Вся
атака, нанесение ударов и все взрывы произошли после 5 утра. Обычно в это время в Украине заканчивается действие комендантского часа и начинается в том числе движение автотранспорта. Что такое Запорожская гребля? Это основная магистраль, которая связывает, кроме всего прочего, это основная магистраль, которая связывает между собой левый и правый берег Днепра, абсолютно гражданская дорога, поэтому, на счастье, в 5 утра там был только один троллейбус. Сказать, что это военная цель уничтожать троллейбусы, ну, возможно, целиком, но тем не менее, это, знаете, очень красноречиво показывает, чего на самом деле хотят достичь такими атаками российские военные. Очень много вбросов пошло с российской стороны, и это очередной раз, знаете, это оно доказывает, что была подготовлена комплексная атака, потому что мы видим фотографии, видео, которые появились одновременно с нанесением удара, к сожалению, с нашей стороны, но тем не менее исключительно на российских пабликах пропагандистов. Мы видим целую серию вбросов, которая пошла, связанная с уничтожением в кавычках дамбы и с тем, что пошло подтопление, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это комплексный удар, который был нанесен, в том числе и в информационном поле. Зная, что представляет из себя Днепрогэс, конкретно эта дамба, для того, чтобы нанести такого рода поражение, чтобы началось подтопление, ну, значит, к счастью, ни одна такая атака нужна. Само направление атаки было направлено, в общем-то, не на уничтожение и не на подтопление на сегодняшний момент, судя по всему. Действительно, есть негативные последствия, есть негативные последствия для инфраструктуры, есть негативные последствия для самой дамбы, для оборудования, для людей в первую очередь. Но, тем не менее, подтопление Запорожской области на сегодняшний день, я не думаю, что угрожает. И еще один очень немаловажный момент. Если вдруг случится такое, что Запорожская дамба в результате этих атак, не этой, а атак, которые, возможно, будут продолжаться, придет в то состояние, после чего наступит затопление Запорожской области, в первую очередь оно затопит всю оккупированную территорию. То есть россияне в данном случае наносят удар, и последствия этого удара в первую очередь ляжет на плечи тех людей, которые находятся в оккупации, и даже тех граждан Российской Федерации, которые переехали на оккупированную территорию. Тоже такое, знаете, деталь, о которой, мне кажется, должны знать в первую очередь на территории России. Это месть, просто месть за собственную неспособность защищать собственный народ в той войне, которую сами развязали. Говорил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Всего при сегодняшних обстрелах в Запорожье погибли не менее 4 человек, 2 человека убиты в Хмельницком. В Министерстве обороны России назвали атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, цитата, «ударом возмездия» за обстрелы Белгорода и других населенных пунктов Белгородской области. В Белгороде сегодня погибли 2 человека, один из снарядов попал во двор жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей. Местные власти призывают жителей эвакуироваться, но на это соглашаются далеко не все, ну а у кого-то просто нет возможности уехать. При этом федеральные российские СМИ обстрелам Белгородской области особенного внимания не уделяют. На фоне роста недовольства федеральными властями России со стороны местного населения опубликованы цифры невероятной явки на президентские выборы и уровня поддержки Владимира Путина в Белгородской области выглядят особенно сомнительными. На это в эфире программы «Радио Свобода. Лицом к событию» обращал внимание журналист из Белгорода Никита Парменов. Конечно, у людей запрос в первую очередь к федеральным властям. К региональным властям у них нет вопросов по причине изначально, потому что у губернатора невероятные заоблачные рейтинги. И люди готовы простить ему что угодно, да, а они на него не перекладывают эту ответственность. И губернатор делает то, что может. Да, вот он съездил на место обстрела, что-то там сказал, сообщил, вот столько людей там погибло, столько там повреждений, такие-то меры мы там на региональном уровне принимаем. И людей, в принципе, это устраивает. И второй момент, что люди как бы ассоциируют себя с губернатором и с местной региональной властью в одной бочке, то есть люди в неком плане, но они в заложниках находятся. То есть, да, ты можешь уехать, но многие не могут уехать там, да, у кого-то денег нет, у кого-то нет каких-то возможностей, у кого-то какие-то страхи, у кого-то какие-то домашние животные. Люди в пригороде держат различных, да, сельскохозяйственных животных и так далее и тому подобное. Вопросов много, и все эти люди фактически во всем приграничье с самого начала войны, это же не сейчас, да, проблема появилась,
Люди ощущают себя в заложниках, если не с самого начала войны, то с момента деоккупации Харьковской области. В этой ситуации, конечно, они возлагают какие-то надежды, просьбы, какие-то требования федеральным властям и не получают это от федеральных властей. Поэтому есть огромные вопросы к тому, как люди голосовали на выборах и что там 90% при таком отношении к федеральным властям, к пропаганде, что белгородцы заваливают паблики Первого канала сообщениями о том, что Белгород — это русский город, напишите про Белгород, расскажите про Белгород, нам ваша масленица там не уперлась, давайте про Белгород. То есть люди понимают, что есть они вот тут в Белгороде на границе, и они не начинали эту войну, не принимали решение нападать на Харьков. И есть люди, которые принимали эти решения, находятся в Москве, и по большому счету им плевать на белгородцев. Поэтому, допустим, вот я по своему даже Инстаграму смотрю, самый популярный вот Reels, который сегодня вот гуляет по Инстаграму, который люди к себе в сторис репостят, это компиляция в одном видео вот этого вот концерта в честь аннексии Крыма, десятилетия аннексии Крыма, на котором в Москве все празднуют, Путин выступает, все дела. И к нему прилеплен видос с горящим Белгородом, со взрывами и со всем остальным. То есть люди четко разделяют, где Москва, где федеральная власть, где федеральный центр и где они. И они прекрасно понимают, что федеральному центру, федеральным телеканалам, федеральным чиновникам они просто не нужны. Это был журналист из Белгорода Никита Пармёнов. Фрагмент эфира программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Если же возвращаться к теме состоявшихся в России выборов, то, несмотря на все введенные ограничения, препятствующие работе независимых наблюдателей на избирательных участках, среди наблюдателей все-таки были люди, которые полностью выполнили или, по крайней мере, пытались полностью выполнить свои обязанности и даже иногда добивались своего. Об этом в беседе с моим коллегой Марком Крутовым рассказал электоральный аналитик Иван Шукшин. Меня больше поражает, что творится на участках, потому что наблюдатели были, эти наблюдатели молодцы, они сражались. Поражает то, что наблюдателям стало сложнее, их пытаются использовать, их хотят превратить в мебель, чтобы они сидели 20 метров издалека, смотрели, как ходят люди. А я всегда подчеркиваю наблюдателям своим, когда я их обучаю, что наблюдатель, он следит за документами, потому что выборы — это движение не людей, это движение документов. Если наблюдателя не пускают к документам, значит, он не наблюдает за выборами. А именно по всей России не допускали. И в Воронеже, и в Москве, и в Краснодаре, и в Приморье сидят люди, пытаются подойти, на них накидываются, на них иногда полицию вызывают, что они тем, что они подошли, что-то попросили, что они этим препятствуют работе комиссии. Вчера суд в Геленджике осудил девочку 18-летнюю, которая тем, что подошла во время подсчета к комиссии, она якобы заслонила собою обзор другим. И суд написал в решении о том, что наблюдатель должен наблюдать с расстояния, с места определенного для него положенного. Вот это вот такая дикость, что наблюдателя превращают в какие-то глаза, которые с 20 метров что-то наблюдают и не видят документы. Это вообще дикость. Если брать географически, то да, в лидерах по недействительным бюллетеням всюду зарубежные участки. Это понятно. Есть два участка, которые мы не можем понять, что с ними произошло. Один из них в Уфе, другой в Томске, где недействительными был признан практически каждый второй бюллетень. При этом досрочно проголосовавших там вообще нету. В переносных урнах там какой-то мизер, 20-30 бюллетеней. Почему такое может быть? Нет ли у вас какой-то версии? Понять эту загадку легко. Я могу вам сейчас зачитать. Это закон ФЗ-67, статья 68, описывающая подсчет. Она касается пункта, когда подсчитывают бюллетени в переносных ящиках для голосования. Вот я читаю закон. А если число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений и так далее, все бюллетени для голосования и так далее, решением участковой комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт и так далее. То есть, если есть сомнения в какой-то переносной урне, и я думаю, если вы посмотрите постановление ЦИК по многодневке, то же самое найдем и для сейф-пакетов, что их не просто гасят, их признают недействительными, если есть сомнения. Вот если заявлений оказывается меньше, чем бюллетеней, то есть сомнения в том, что эта урна вообще честная. Так же самое с сейф-пакетом. То есть, скорее всего, на этих участках хорошо поработали наблюдатели и смогли отбить какое-то такое несоответствие, и комиссия была вынуждена признать бюллетени недействительными в урне или в сейф-пакете. Это был Иван Шукшин, электоральный аналитик. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Полное интервью с Иваном Шукшиным можно прочесть на сайте «Радио Свобода» в материале под заголовком «Володя 100%». Материал посвящен фальсификациям и подтасовкам на состоявшихся в России президентских выборах.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На фоне начала делимитации границы Азербайджана и Армении между двумя странами обострился территориальный спор вокруг нескольких сел в Тавушской области, которые Баку считает частью Азербайджана. Премьер Армении Никол Пашинян во время посещения Тавушской области заявил, что Ереван будет вынужден пойти на некоторые уступки, чтобы избежать новой войны. Из Еревана передает Артур Асафьев. 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены вопросы освобождения 4 экспланных сел. Речь сейчас идет о 4 территориях в Тавушской области Армении, которые требуют передать Азербайджан. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что речь идет только о делимитации границ вблизи этих сел. Как заявляет премьер и его соратники, эта граница до сих пор считалась линией боевого соприкосновения. После делимитации, после заключения мирного договора, воинские подразделения обеих стран должны быть отведены от границ, их заменят обычные пограничники. Можно рассмотреть подробнее ситуацию на примере армянского села Воскипар в той же Тавушской области. Село Воскипар расположено в узком межграничном перешейке. С востока – основная территория Азербайджана, с запада к селу также вплотную примыкает небольшой азербайджанский анклав. По-армянски он носит название Вериновоскипар, по-азербайджански он называется Юхары Аскипара, то есть Верхняя Аскипара по-русски. Азербайджанское население покинуло эту, как и другие спорные территории, еще в ходе Первой Карабахской войны, и сейчас там никто не живет. Предположим, что эта территория будет возвращена под контроль Азербайджана. Разумеется, прежде всего туда войдут азербайджанские воинские подразделения. Причем можно не сомневаться, что Баку потребует экстерриториального прохода к своему анклаву. Как указывают армянские эксперты, а им вторит и армянская оппозиция в парламенте, под азербайджанским контролем окажутся 5 участков межгосударственной трассы Ереван-Тбилиси, а также газопровод. В начале нынешней недели Никол Пашинян провел встречи с местным населением в селах Воскипар и Киран, на которых пытался убедить сельчан, что их безопасности ничего не грозит. Как заявил премьер, армянские села Баганис, Киран, Воскипар и Беркабер в провинции Тавуш, я цитирую, были, есть и будут на карте Армении. Он также заявил, что у Армении нет иного выбора, кроме как пойти на уступки Азербайджану. В противном случае, предупредил Пашинян, Азербайджан может пойти на новую эскалацию конфликта. Судя по всему, заверения Никола Пашиняна пока что не успокоили ни жителей тавушских сел, ни оппозицию. Местные жители опасаются, что в случае возвращения территории под контроль Азербайджана они будут отрезаны от основных дорог и пастбищ. Оппозиция же яростно критикует премьера, заявляя, что его уступки приведут в конце концов к тому, что следующую демаркационную линию, это я цитирую, придется проводить в Ереване. Надо отметить, что Азербайджан требует вернуть ему не только эти 4 вышеназванные территории. Еще в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о претензиях в целом на 7 населенных пунктов Армении в Тавушской области и одного в Араратской области Армении, которая граничит с Нахичеванью. А на заднем политическом и дипломатическом плане за этими претензиями нависает, я напомню, вопрос Зангезурского коридора в Нахичевань. Армянский политолог Рубен Меграбян считает, что эти приграничные споры Азербайджан сейчас намерен использовать как предлог для новой эскалации. Эксперт также полагает, что далеко не последнюю роль играет во всем этом политика Российской Федерации. Эксперт считает, что вероятность военной эскалации конфликта с Азербайджаном еще остается, но она невелика, поскольку, как говорит Меграбян, Армения совместно с Западом все повышает политическую цену для Азербайджана в случае его агрессии. Из Еревана передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Время свободы. Похолодание в последнее время в американо-израильских отношениях из-за операции, которую армия Израиля проводит в Газе против экстремистской группировки «Хамас», стало одним из важных факторов президентской предвыборной кампании в США. Пытающийся вернуться в Белый дом республиканец Дональд Трамп обещает помирить Израиль с палестинцами и даже немедленно остановить войну в Украине, причем до своего избрания. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Отношения между США и Израилем резко обострились после того, как премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что наземная операция в палестинском городе Рафах будет проведена, несмотря на возражения Вашингтона. Я видел недавние опросы, в которых 82% американцев поддерживают Израиль в его борьбе с Хамасом. 82. Это было постоянно в течение последних 5 месяцев. То есть они признают, что наша битва – это ваша битва, а наша победа – это ваша победа. И я уверен, что в глубине души все в Вашингтоне это понимают. И это то, что мы собираемся сделать. Мы собираемся победить Хамас. Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы свести к минимуму жертв среди гражданского населения, оказать гуманитарную помощь. Но мы должны уничтожить эту террористическую нацистскую армию. В противном случае ни у кого на Ближнем Востоке нет будущего. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на это колкостью. Премьер-министр Нетаньяху вчера в эфире CNN говорил о том, что его политика, в том числе вход в Рафах, будет поддержана большинством израильского народа. Что еще нужно сделать администрации США, чтобы напрямую обратиться к израильтянам и убедить их не поддерживать идею вторжения в Рафах сейчас? В этом вопросе заложена своего рода интересная ирония. Премьер-министр говорит по американскому телевидению о своей обеспокоенности по поводу вмешательства американцев в израильскую политику. И тогда ваш вопрос заключается в следующем. Должны ли американцы высказываться об израильской политике? Что на самом деле мы делаем гораздо реже, чем они, высказываясь о нашей? Президент Байден продолжает требовать от Израиля отказа от наземной операции. What is your red line? Какова ваша красная линия в отношениях с премьер-министром Нетаньяху? Например, стали бы вы убеждать его не вторгаться в Рафах? Будет ли это красной линией? Это красная линия, но я никогда не брошу Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение, поэтому нет никакой красной линии. Я не собираюсь лишить их вооружения, чтобы у них не было железного купола для защиты. Но есть красные линии, которые, если они их перейдут, мы не можем допустить гибели еще 30 тысяч палестинцев. Есть другие способы справиться с травмой, причиненной Хамасом. Дональд Трамп, в свою очередь, пользуется ситуацией в предвыборных целях. Любой еврей, который голосует за демократов, ненавидит свою религию, ненавидит все, что связано с Израилем. И им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен. Спикеру Нижней палаты Конгресса Майку Джонсону пришлось комментировать это высказывание. Я не говорю от имени президента Трампа, но я понимаю чувство, которое он пытается выразить. Посмотрите протоколы голосования по вопросу о финансировании Израиля. Мы сделали законопроект только об Израиле, и президент пригрозил вето, что меня ошеломило. Я на самом деле не мог поверить, что он это сделал. 160 с лишним демократов проголосовало против финансирования Израиля, в то время, когда они борются за само свое существование и так отчаянно в этом нуждаются. Я думаю, факты говорят сами за себя. Республиканцы и президент Трамп твердо поддерживают Израиль, а все большее число демократов выступают против Израиля. Трамп убежден, что ему удастся помирить израильтян и палестинцев, как и Украину с Россией. Нам нужен мир во всем мире. Я бы это сделал. Это была бы одна из двух вещей, которую я бы сделал очень быстро. Я бы договорился с Украиной и Россией. Я заставлю их прекратить эту войну очень быстро, даже до того, как вступлю в должность президента. Нужен мир на Ближнем Востоке? Мы были близки к этому. Не забывайте, я заключил соглашение Авраама. Это феноменальное достижение. Любой другой получил бы Нобелевскую премию. Если бы Обама, Байден или кто другой способствовал соглашениям
чем Авраама, они получили бы 15 Нобелевских премий. Я ничего не получаю. Соглашение Авраама, серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных при содействии США в 2000-2001 годах. Тем временем госсекретарь Энтони Блинкен, совершающий турне по странам Ближнего Востока, пытается предотвратить операцию в Рафахе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации. Такие слова в России, где законодательно запрещено называть войной так называемую специальную военную операцию, и многие уже поплатились за это штрафами и даже тюремными сроками, произнес в беседе с журналистами издания «Аргументы и факты» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Песков, которому в ходе сегодняшнего пресс-кола пришлось пояснять свои слова, считает, что употребление слова «война» зависит от контекста. По сути, после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де юре, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Дмитрий Сергеевич, но при этом многие люди в России осуждены за аппликацию пацифистских лозунгов, именно словосочетание «нет войны». Это совершенно неуместное сравнение, потому что там иной контекст. А что вы имеете в виду, какой иной контекст? Ну, потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. И здесь это абсолютно, вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, вот, которые вы приводите. Это был Дмитрий Песков. В общем, слово «война» в контексте противостояния с Западом ничего противозаконного. Война в антивоенном лозунге – это преступление. Как сказал как-то про Пескова его же шеф. Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Вы понимаете? Я понятия не имею, что он сказал. Но вы у него спросите. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».